Власти американского штата Флорида предупредили население о необходимости готовиться к потенциальной крупной угрозе. Йен, ураган второй категории, набирает силу в Карибском море. Сильный ветер достиг южного побережья Кубы в ночь на понедельник. Ожидается, что Йен обрушится на западное побережье Флориды в среду. Жители запасаются продуктами, водой, лекарствами и топливом. В некоторых частях штата ураганов такого масштаба не было уже около века. Национальный центр США по наблюдению за ураганами заявил, что ожидает быстрого усиления Йена в течение следующих 48 часов. Губернатор Флориды Рон ДеСантис на пресс-конференции призвал жителей сохранять спокойствие, но делать все необходимое, чтобы как можно лучше подготовиться к удару стихии. Губернатор объявил чрезвычайное положение по всему штату и задействовал 5000 военнослужащих Национальной гвардии.